Я говорю, что я одна дома. Ну, посмотрите, кто у нас тут. А глазки загоревшие, мои котики. Слушайте, котики эти обормотики. Вчера пришли ко мне с двух сторон. Ночью я их гладила обоих. Боже мой, мои котики. Это наш Фабусечка, мой мальчик золотой. Вот я знаю, что я вам буду показывать в моих видео. Вы смотрите на эту мордочку, рожечку эту золотую мою, красавец мой. Как я его люблю. Моя тикотяра. Чьи мои усы любимые? А вот здесь, посмотрите, кто-то пришла за бельем. А тут у меня, посмотрите, кто стирал-то белье все. Все выстирал бельишко. А кто вешать будет, пойду Фаба просить. Ах ты моя, ты куколка, это Айрис. Это наша кошка, толстая-притолстая, капризуля. Сладкая наша, посмотрите какая. Друзья мои, привет, ваша провансалочка. Короче, я уже замочила себе масочку. Ну, масочку, это у меня лосьон из розовых листочков и все. И сейчас я тут уже копаюсь. Чайный гриб, сейчас покажу, я же чайный гриб привезла ребенку. Сейчас вам покажу. Но я немножечко такая опухшая, но, девочки, лучше, чем я ожидала. Конечно, я вчера была убитая. Ну ладно, какая есть. Не успела приехать и сразу в бой. Вот уже видео вам соорудила. Ну вот, посмотрите, мои грибочки стоят, переехали нормально, они приехали. Здесь у меня маленький гриб, я его буду разводить. Может быть, кто в Санкт-Петербурге живет, захочет. И будет у нас материал новый, надо резиночку только найти. Я вчера все заварила, водичку закипятила. Вот, этот вообще прекрасно лег, посмотрите, прям замечательно. Единственное, что я везла еще немножко маленькую бутылочку, там 250 миллилитров, чтобы Пашка у меня попробовал, что же он будет пить. Эта бутылочка чуть-чуть у меня протекла, но там буквально там 5 капель, поэтому нет, это не критично. Ну посмотрите, ну приелись просто. Будем пить гриб. Так как я сегодня не собираюсь идти в магазин, я себе сварила яйца вкрутую, хлеба у меня мало, вот буду сегодня на диете. Такой вот черный хлеб дочь мне заморозила. Черный при черном. Вот я сейчас буду с яйцом есть его. А это шедевры моего внука. Это Пашка так рисовал в свое время. Вот так вот он видел людей, как каких-то медуз. Вот такое что-то надо попросить, чтобы он мне вытащил свои эти картинки. Я вам тогда покажу. Раннего Бахметьева. Вот что он сейчас, девочка, рисует, я не в курсе, потому что на самом деле Паша мне ничего не показывал очень давно. Ну вот, смотрите, мои хорошие, я прилетела, у Катюши здесь небольшой выбор, чтобы чистить лицо. Ну, я выпила кофе, молотый, и у Кати нету кофеварки, поэтому заваривала в этом, в чашке. Вот, пожалуйста, я вычистила лицо, сейчас нанесу масочку из тоника, с розовой водичкой, буду опять звездулина, так что не ленитесь, всегда у нас в наших шкафах в доме есть что-нибудь, чтобы нанести на наши красивые лица. Вот я привезла здесь дочери свои пару масел, масло органы, масло миндаля. Здесь у меня отлит пилинг, химический пилинг с сахарокислотами, которого у меня много дома, и я его просто не успею использовать. Здесь у меня масло ши с маслом эфирным из герани и маслом этого бессмертника итальянского. Вот здесь у меня сбор масел под глаза, масочка. Я уж не помню, что я там мешала в том году. В том году я же ничего не снимала, просто делала по рецепту. Естественно, что я привезла силиковую воду для глазок, и я привезла вот такая вот новая вода. Послушайте, она там с добавлением, я потом почитаю, надо, я сейчас не вижу без очков, и я же в масочке стою. Вот, тоже хорошая водичка такая, поэтому есть с чего начать, а остальное я хочу купить Невскую косметику, и я хочу купить белорусскую юбилиту, когда поеду в Беларусь себе кое-что, поэтому, девочки, жизнь продолжается. Посмотрите, заварила себе чай, а он синий. Меня Катька, а там, наверное, многое заварила на одну чашку. Это, наверное, голубой улун или что это? Какая красота, у меня такого чая никогда не было. Я, конечно, отстала от жизни, друзья мои. Посмотрите, какая красота. Синего цвета чай я еще не пила.
Меня другое волнует. Может быть, я много насыпала. Но ничего, будет как заварочка. Я потом буду пить. Ой, ну как здорово, вообще такое впервые вижу. Это я так и решила покушать и выпить чайку. Ух ты, красотень какая, гляньте вы на это. Боже мой, ой, синего цвета, чернильного цвета, класс. Посмотрите, какой идет снег. Только что 30 минут назад мы сидели и говорили, боже, какое солнце светит. Я не додумалась сходить и сфотографировать его. Мы собрались идти на улицу. Поднимаю глаза. Посмотрите, какое снежище. Но мы на 23 этаже, поэтому... Ой, так тут целая пурга. Сейчас наметет, конечно. Вот, представляете, все, снег прошел. Вся темнота прошла. Посмотрите, какое солнце. Боже мой, какая красота. Ой, какое небо. Красотища, красотища. Посмотрите на это небо. На это заходящее солнце. И на это шикарный Санкт-Петербург. И там вон такие вон тучи, 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 тучи. Ой-ой-ой. Красота. Паша, ты хочешь, чтобы я выронила телефон? Нет. Нет, так я поближе имею в виду, приблизь, зум. Чтобы было локти. Красиво. Ты знаешь, что на зуме плохо снимать? Ох ты! О-ля-ля-ля-ля! Так у тебя же хороший телефон, нормально снимает. А он теряет звук, когда я приближаю. Смотрите, мне папа тут все раздвинул. Смотрите, какие тут тучи неба, какие тут у нас... Осторожно, Паша, конечно. Вот так еще красиво. Красиво, красиво. А лахта? Где лахта? Ой, палец вставила. А вот это смотрите, солнце тут что-то нам в глаз прямо светит. Подожди, вон. Лахта вон в той стороне. Прям как где-то там ничего цвета. Я ошибешься, вон там еще штырь. А, вижу, 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 давай. Вот он, вот, видите штырь? Это что? Лахта. Это лахта. Вот она, лахта. А что такое, Паша, лахта? Центр. Это центр, бизнес-центр в Санкт-Петербурге. Ну вот, друзья мои, как самое могли, самое высокое здание в Европе, говорит мой внук. Ну, мы сейчас выйдем немножко на улицу, когда успеем, не знаю, что мы там увидим. Ну, каникулы только начинаются. Красота. Ой, какая красота. Мама дорогая, там посмотрите, что-то нам дымит, дымит, дымит нам что-то. Посмотрите на это. Ну все, друзья мои. Красиво, красиво. Красиво. Какие носочки. Боже мой, что это, что это? О, леопарды тут одни в доме. Где наши котики? Котики, где наши котики? И котики такие. Ой, красивые. Боже мой, что случилось? Вы чего тут лежите? Ага, положили. Бабушка вчера только выстирала плед. Кого ты выстирала? И вот тут как тук. Мама, ты что, плед выстирала? Да. Мама, он стирала. Не, неважно, дважды стиранный плед. И котищи тут разлеглись у меня. Боже, что ж такое? Красавчики, любимчики. Фаба, Фаба. О, звезда экрана. Ты, боже мой. А вот это наша Ириска. Боже мой, какая красавица. Мои котяры, котяры мои. Короче, мы чуть вышли, Паша уронил елку. Лифт открылся. Мы никак сегодня не уйдем из дома, потому что каждый человек что-нибудь забыл в этом доме. Катя, как всегда, с рюкзаком. Мы же идем в лес, вот. В лес, а елка уже здесь. Я не успела. Привет, с вами Провансалочка. Ну, обычно мы не начнем терминал, когда у нас оплата по карте. Мы потеряли терминал. Нет, не потеряла. Сумочка такая вот не слабенькая. Пашка, смотрите, вот чей внук, вот он, мой внук. Масочки делает ребенок, красавец, красавец. Зубки покажи.
Вот это сделали мы маску ребенку. Послушайте, вообще не снимается, приклеилась. Мы тут уже размачиваем. Ну, у ребенка еще и молодые усы растут. И вылазит все. Смотрите, вылазит? Вот эти смотрите, гвоздики. Вон видите гвоздики, какие тут у нас вылазят. Ну-ка еще, Катя. Ну, короче, девочки, надо делать только на область, где у вас есть эти поры. Не, подожди. Дай нос. Давай. Плачу. Вот, давай нос. Потому что, конечно, на все лицо, я не знаю, вот лично я себе не решусь, но вот ребенок решился, и теперь мы не можем вообще ничего сделать. Отковырив. В любом случае, Паш, придется лезть в душ, смывать, потому что черное лицо. Хорошо, камеру можно снять. Посмотрите, Пашка мой снимает на ТикТок. Посмотрите, как здорово, мне так нравится, красотища такая. Молодец, мальчик. Доброе утро, друзья! С вами Провансалочка. Посмотрите, какое сегодня красивое питерское утро. Солнце пробивается сквозь тучи, а мы собираемся сегодня куда-нибудь в центр города на Невский проспект. Ты же не помещаешься? Ты что, сделала зум? О! Да. А сейчас будем с другом сниматься. И фотографию сделаем, да? Ну, один еще раз. Ну, ты смотри сама. А вот как мне тоже кажется. Фабо! Иди сюда. Иди сюда. Фаби. Фабо. Иди сюда, мальчик. Иди, мальчик. Персико. Ты хороший. Ой, ты хороший мальчик. Да, о, ты моя сладкая. Мам, скажи Фабиан. Фабиан. Моя рисуля. И тот такой стоит. Дан-дан-дан-дан. Ох, ты мой сладкий. О, ты мой золотой. Девчонки, всем привет. Сегодня моего внука день рождения. Я хочу быть молодой бабушкой, поэтому я в маске. Ну а вообще это моя каждодневная утренняя процедура. Если я не делаю маску, то я накладываю лосьон. Это вот основа, база для масок, размоченная в любом лосьоне, который у вас есть, уходовом лосьоне для кожи. И ваша кожа каждый день будет в тонусе. Ну вот, моя девочка, я сняла свою масочку, которую вам только что показывала. Она была сделана вот из этого тоника. Вот это Сиберика, анти-эйджи. Я его раньше не видела, возможно, это новая продукция. Вот посмотрите внимательно. Мне нравится. Мне единственное, у меня претензия к этому тонику. Есть какая-то там отдушка, которая мне мешает. Вот, которую я не люблю по запаху. В его составе, в этом лосьоне, есть органические, господи, экстраты женьшеня, таволги и амаранта. И вы знаете, я не могу вам прочесть в этих очках, что это дает, но это дает офигительный, подтягивающий, освежающий эффект. Я это делаю уже 3 дня, и вы знаете, мне очень нравится. Под глазки потом я нанесла. Естественно, что всю эту масочку я делала после того, как я утром хорошенько умылась, естественно. Под глазкой у меня вот такая Невская косметика, женьшеневый крем под глаза. Мне очень нравится. Вот он, я его уже не первый раз им пользуюсь. Я, по-моему, 2 года назад тоже его покупала. И я уже купила себе упаковочку, чтобы увезти с собой в Прованс.
И вот крем дневной мы с моей Екатериной решили попробовать Green Mama. Помните, вот это у нас очень такой старый известный бренд. Вот его продавали, рядышком стоял крем. За 200 рублей мы его купили. Прекрасный крем. То есть Кате нравится. Мне он немножко, я бы сказала, чуть-чуть, может быть, и жирноват. Но у меня очень хорошо напитана кожа. Но он, вот посмотрите на экстракте облепихи. И вы знаете, как питательно именно на эту погоду, которая сейчас есть в Петербурге. Очень-очень хорош. Он хорош. Поэтому и совсем недорогой, причем еще была небольшая акция. По-моему, его Катерина купила за 200 рублей. Вот, так что, мои хорошие, несмотря что я нахожусь в отпуске, я продолжаю очень интенсивно ухаживать за собой, потому что кожа не прощает вот этих вот всех переездов, перелетов, такой резкой смены как бы погоды, климата и так далее. Поэтому ваша провансалочка всегда в своем репертуаре. Ваша мадам француженка, где бы я ни была, я буду всегда пробовать новые средства, и домашние, и из магазина, чтобы моя кожа всегда была в тонусе. На этом я сегодня заканчиваю, прощаюсь с вами. Огромное безу-безу, на этот раз из Прованса. И сегодня день рождения моего внука, ему 14 лет, поэтому я бабушка 14-летнего внука. Ну что, всем привет! Сегодня у Пашки день рождения, нашего Пашки-красавца. Пашка, скажи привет моим подписчикам. Всем привет! Всем привет! У Паши сегодня день рождения, Паша чуть-чуть дождался, когда же он откроет эту огромную коробку конфет Lindels, которую я перла с самой Франции, не знаю, возможно, они у вас и продаются. Но мы договорились, что он ее вскроет именно на день рождения, потому что конфет было достаточно, поэтому ребенок сегодня с утра, ура, сегодня открываем Lindels. Давайте посмотрим, что там внутри. Так, что там? Мама дорогая, а что это такое? Это какой-то Спидерман? А вы что, заблудились, молодой человек? О-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Неужели это к Паше в гости? Да, ну заходите. Заходите. Так, а где же он у нас будет жить? Боже мой, а где он жить будет? Паша, вот это подарок, я понимаю. Привет. Привет, котенок. Здравствуйте, здоровья. Привет, ребенок. Вот так подарочек на день рождения. Паш, смотри на меня. Фотография на память. Паш, смотри. Анечка, иди к Паше, я вас фотографирую. Вот такие у нас прекрасные детки тут. Ничего себе. Ну что? Нашему Пашке сегодня 14 лет. Анечка с его родителями пришла поздравлять Пашу. Подарили подарки. Это вот такие интересные. А Пашка сейчас задует свечи. С днем рождения тебя, Пашенька. А Паша еще раз давай зажигаю. Я же не смотрю. Давай. Нет. Что, не будешь? Давайте я сфотографирую. А, Катя. Ты умеешь, Паша? Нормально дуй. Пашка, надо, чтобы ты мне в кадр вошел с этим, когда ты будешь дуть. Давай. Наклоняйся. Раз, два, три, давай, Паш. Раз, два, три. Молодец, ура! А ты желание загадал? Да. 14 лет. Господи, когда мне было 41, я и то была счастлива еще. А тут еще только 14. Кому вилку, кому ложку? Мне можно вилку, как хочешь, Катя, в себе. Не хватает твоей ложечки. Аня, смотри, хочешь такую вилку? Ой, там что-то хрустит в этом торте. Себе, что ли? Ложечку.
Кать, как называется торт? Красивый такой. Слушай, как называется? Ты мне говорила, там с чем-то... Безе с клюквенной. Мама, сколько? Безе с клюквой. Безе с клюквой, шоколадом. Ух ты, Пашка стал. Так там, это, наверное, безе, которое не разрезается. Почти что торт Павловый, практически. Друзья мои, а мы сейчас находимся на Невском проспекте. Привет всем из Санкт-Петербурга. Погода пасмурная, но я ездила за билетом в Беларусь, и мы с Катюшей вышли на Невском специально, чтобы я чуть-чуть вам поснимала. И вдруг я уже потом не вернусь сюда, Катя меня уже куда-то тянет. Вы уже побежали, все. Ну вот, Невский проспект. Послушайте. Небо серое, людей не очень много. Хотя, как сказать, не очень много. Всегда здесь есть люди, замечательные красивые здания. Я вам немножко поснимала, и все это поставлю потом под музыку. Красивые витрины. Невский центр. Красота. Смотри, Катя, небо голубое. У нас начнется сейчас хорошая погода. Я заметила, как только я выбираюсь на Невский, а вон шарики, сразу начинает солнышко нам светить. Вот, посмотрите, натура Сибирика. Вот сюда я и шла. Сейчас мы с Катюшкой зайдем. Красивый Санкт-Петербург, и солнце нам светит, представляется? Как здорово. Подожди, я хочу так. Ну, гирлянды все снимут, конечно, пока я вернусь из Беларуси. Ну, уже что делать? Посмотрите, покажу немножко. Цель вашего визита? А это какой магазин? Вот этот. Смотрите, будет красиво вечером гореть огоньки. Но мы вечером никак сюда не доберемся, к сожалению. Лев Гош. Опять. Очень-очень шумно. Следующий рейс Санкт-Петербург для Ваша. А это Прованс уси для Ваша. Так, а здесь... Мы видели магазинчик Пандора. И может быть... А вот, пожалуйста, вам дом актера имени Станиславского. Санкт-Петербургского отделения. Союз театральных деятелей. Не хухры-мухры вам. Как
смотри, мармеладная булочка. Вот смотрите, какая красота. Ох ты! Как там, смотри, бочка. А там вот так называется мармеладная бочка. Гляньте, сколько там всяких конфет для детей. Класс! Посмотрите, какая красивая у нас здесь елочка. И мы как всегда, я как всегда, не мы как всегда, прошу прощения, я как всегда набралась. Пирог брусничный с творогом. А, пирог, это капуста, это мы взяли сочные. И это что? Пирог с мясом. Это с мясом. И чай с жасмином. Это все мое. Это, вот. Это все мое. Ну, Катя мне поможет, я надеюсь. Бабушка, ты тут уже от голода уже улегся, уже умирать будешь от голода. Ты мой, ты красивый кот такой. Ах ты наш мальчик, смотри, какой ты пушистый, золотистый. Ты красивый, прекрасивый мой котенок. Поросенок ты мой хороший такой, любимчик наш такой, с руль. Что? Это было что? У меня вот такой сегодня шикарный красный борщ. Ой же, как это вкусно, привкусно. Паша сейчас будет вкладывать гриб. Мы приготовили вот раствор на новую. Смотрите, видите, он его складывает вот так вот пополам. Теперь он его будет в банку. Так, давай, давай. У тебя рука проходит же. Да? Паша, вот не топи его, а старайся вытащить. Так, ну давай, давай, давай. Вот видишь, он опускается сразу. Ну, в принципе, он, видишь, каждый раз, Катя, он будет у вас нарастать сверху. Видишь, он большой для этой банки.